А тут уютно. Мамочка, привет. Воришка. Чет, мы уезжаем в отпуск. А ты на это время отправляешься к бабушке. Я к бабушке. О, нет, мне что-то плохо стало. Похоже, я приболел. Так и быть, оставайся один дома. Мы вернемся через неделю. Пока. Удачной поездки. Мы на свободе. Дождались. И первым делом мы поквитаемся с нашим старым другом. Он за все заплатит. Стильная прическа готова. Папин одеколон всегда хотел попробовать. Майка в стирку. Я буду пахнуть, как взрослый мужчина. Пока никто не видит, испытаю восковые полоски. И что тут страшного? Ой, мои щеки. Следы от одеколона. Ну, конечно. Мама, папа, возвращайтесь поскорее, я уже скучаю. Откуда здесь бабушка? Мы на месте. Та самая дверь. Заперта. Но меня это не остановит. Вспомнил. У меня же есть связка ключей. Один из них точно подойдет. Ну что ты там копаешься? Быстрее, бездельник! О, открылась. Можно было не заметить дерево, куриное, твои мозги. Обыщи все углы. Здесь наверняка есть чем поживиться. Но невнимательные грабители не заметили сигнальные лески. Еще чуть-чуть. А, ловушка сработала. Наконец-то я увижу Санту. Санта? Грабители! Прячусь под кроватью. Говорила же мама убираться в комнате. Здесь только хлама. Все-таки придется здесь прибраться. Бита еще пригодится. Гигантское Орео оставлю для Санты. Череп. Я тебя давно искал. Почти не пыльно. Можно залезать. Грабители наверняка обшарили весь дом. Забрали все деньги и мой ноутбук, и даже фотографию бабушки. Уж нет, куда я положил биту? О, конфетки, они мне пригодятся. Посыплю конфетами весь пол. Грабители зайдут на кухню, поскользнутся, упадут. И тогда я без труда их свяжу и обезврежу. Великолепный план. Яблочная. Подготовлю другие ловушки. Заберу все, что блестит. Вперед, хомячок! Щекотно, прекратите на помощь! Из этого выйдет отличный тикток. Молодец, малыш. Отличная работа. Первый лайк. Оставлю это здесь. От себя. Не открывается. Может, заело? Мамин любимый ковер уберу на всякий случай. А этот оставлю. Тебе не убежать от меня. Это тебе теперь некуда убежать. Небольшая модификация ковра. Что ты задумал? Сейчас узнаешь. Давно мечтал испробовать свой новый бластер?
На помощь! Огневая поддержка! О, спасибо! Сейчас начнется веселье. Насыплю побольше лего на ковер. Это точно остановит грабителей. Что? Пазлы? А где же лего? Я найду тебя, мелкий вредитель. Ой, это что, пазлы? Я так люблю их собирать. Прилег отдохнуть, Тин. Бездельник, пазлы для тебя важнее мести. Идем! Суперклей и сиденье для унитаза. Идеальная комбинация. Сюда печеньку. Сюда и еще здесь оставлю. И, конечно же, молоко. Приятного аппетита. Печенье. Полакомлюсь, пока Бетти не видит. Фух, больше не могу. Молоко. Очень кстати. Ты чем это занят? Некогда прохлаждаться, идем. Я горю! Пожар! Вода! Я прилипла. Снова проделки маленького негодника. Мог придумать что-то пооригинальнее. Нужно быть бдительным. Мой зуб! Зуб? Прекрасно. Спрячу его под подушкой. Спасибо, зубная фея. Вот как живут богачи. Принесите мне эспрессо. Кстати, хороший ноутбук. А у меня и мешок с собой. Это я забираю. Это тоже. Здесь даже сейф есть. И все мое. Рано радуешься, приятель. Я гений грабежа. Что? Да здесь огромная дыра. Залью пол клеем, пусть грабители порадуются. Что это? Эй, я прилип. О, нет. Ну, привет, получай. Ах ты мелкий. В этот раз ты не скроешься. Кабинет. Здесь точно есть деньги. В сейфе ничего. Пороюсь в книжках. Бинго! Вот они, денежки. Все, заберу. Это что? Мировой бестселлер? Посмотрим. Какой закрученный сюжет. Ну что, они нашли уже орудие убийства? Еще нет. Скажу по секрету, убийца однорукий викарий. Эту поддельную купюру нужно приклеить понадежнее. Никого? Отлично. Я как раз проголодался. Пицца? Сколько ей лет? Деньги. Миллион долларов. Я богат. В чем дело? А если так? Нет. Вот тебе. Слишком тяжелый. Ну ладно. Ножик выручай. Да, получается. Нож всегда выручает. Ура, я миллионер! Что? Снова повелся. Я тебя поймаю. Ловить грабителей так утомительно. Что там показывают? Сериал про полицейских. Полиция, сматываемся! Подожди, здесь что-то не так. За мной. Вот ты и попался, маленький негодник. Руки прочь от моего внука.
Пирожковая граната бьет наповал! Бежим! Пока, неудачники! Привет, внучек! Бабуля, хорошо, что ты приехала! Вот, поешь! Спасибо! В другой раз! Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, какие приемы против грабителей знаешь ты! И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум!